Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я готов вам показать ролик про то, как я понихопил 6 часов подряд. Да, я давно это хотел сделать, и наконец-то это случилось. И у меня есть спойлер. Мне это понравилось, и есть плоды. Какие плоды? Увидите в этом ролике. Но самое главное, сегодня я проходил несколько карт, их было много, и я вам покажу каждое прохождение карты. Ради хорошего результата я решил поиграть Бэкхоп Аркана до начала тренировки и после, и посмотреть, какая разница по минутам у меня будет. Предположите в комментариях, на сколько процентов я прошел Бэкхоп Аркану лучше после 6-часовой тренировки. Для Бэкхоп Аркана это на самом деле много. Я тебе желаю приятного аппетита и поставь первый свой лайк в 2021 году. Да, меня не смущает, что это уже второй ролик в этом году. Нормально. Прямо сейчас я зашел на карту Аркана. Это классика бэхопа. Эту карту проходил, наверное, каждый себя уважающий бэхопер. Я ее не проходил. Точнее, проходил, но не записывался таймер, и поэтому она у меня не попала в статистику. Сегодня я решил сделать эксперимент, как вы это уже поняли. Я сейчас пройду Аркану до тренировки, и потом я проверю в конце этого ролика, насколько я апгрейднул свой скилл и смогу ли я пройти эту карту намного быстрее. Ну что ж, начинаем сейчас проходить карту. Бэкхоплю я на уровне чуть ниже среднего, но все-таки что-то умею делать. Вот как по таким моментам. Конечно, это задротская карта. Так, ну я все-таки оцениваю свой скилл в бэкхопе ниже среднего. Не самое говно и не самое топовое. То, куда я нажимаю, вы видите по центру экрана все эти клавиши. Прыгаю, кстати, я прыгаю не в ту сторону, во-первых. И во-вторых, я не знаю, куда прыгать. Я прыгаю через пробел и Ctrl, то есть у меня есть такой алиас. Поэтому, чтобы не было вопросов, почему у меня C всегда включено. Я пробел задерживаю, и эти две кнопки включаются одновременно. Так, ладно, я вроде нашел, куда прыгать. Примерно так это все будет происходить. Я очень хочу сегодня пройти, ну, карт, наверное, 15. Ну, когда ты врезаешься в дерево на скорости 30 км в час, это, конечно, сложно. Блин, что я сейчас сказал? 30 км в час дерево. Это звучит, конечно, неприятно. Буду далеко от дерева сегодня кататься. Да факт, грёбаное дерево опять. Чувак, я реально во второй раз врезался в дерево. Блин, такое качество приятное, реально кайф. Вот я вот люблю Twitch из-за качества. Давай вообще контент у меня такого же качества, как эта карта. Очень, очень приятно. Я очень доволен, что я могу делиться с вами такой прекрасной картинкой, четкой. Все-таки технологии, телевизор, мониторы. Очень хорошо. Если у кого-то пиксели, ребят, попробуйте кактус поставить рядом с монитором. Ребят, если что, про игроки. Да, я знаю, что я прыгаю через один блок, но я боюсь больше делать. Я был близок к падению. Раз, два. Вау! Ребят, зафиксировали 26 гребаных секунд. 26 минут. Ну что ж, посмотрим, как я пройду эту карту через 6 часов, как минимум, может быть 8, а может быть 10, пока я не сдохну. А мы идем на следующую карту, она будет называться FPS Mark. Вау, как же он проходит идеально, господи, он что? Нет, только не это, грёбаное дерьмо, только не это. Все, погнали, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, что? О боже, как же это сложно! Как же это сложно! Фух. Так, хорошо. Хорошо. Нет! Нет! Так, все. Жизнь дает такие моменты. Ты должен исправлять. Собираться. И... Вау. Ребят. Легендарочка. Карта закончилась сейчас. Боже. Нет, я не пройду за 9 минут 11 стейджев. Коля, если я сейчас пройду, я... Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Это что? Это что, игра разумов какая-то? Это что? Это что? Я впервые в жизни такое вижу, я не знаю, как это проходить.
Сейчас смекалка должна сработать. Ну, серфу, наверное, так наверх. Но как мне развернуться потом? Если стопа несется карты, я в шоке. Жизнь очень сложная штука. Когда ты проходишь карту, бывают такие моменты, когда она просто решает перезагрузиться, не продлиться. Это CSGO. Но в любом случае, я был на 40-м стейдже, я сейчас допродаю эту карту. Круг. Окружность. Если провести пессектрису здесь, может, наверх запрыгнуть? Ну и спасибо за совет. Точно, наверх надо. Спасибо. А, я понял. Я понял. Сюда и потом сюда. Боже, какой я гений. Что будет на 44-м уровне? Я просто в шоке. О, раз, два и... Да! Почему так легко? Что это за говно? А, я понял. Один уровень сложный, второй легкий. Или два легких. Смотрите, я так пролетел свои годы. Свои годы. Или годы. Какой же я легендарный, боже. Смотрите просто, что я творю. Порт by Антоша. Антоша, спасибо за такую карту. Антоша, спасибо. Вторая карта. Вторая карта, которую мы прошли. Куда? Нормально. Экран? Нет! Я правда... Нет! Нет! Я ее прохожу! Я вам клянусь, я ее прохожу! Я так ее... Чувак, я ее прохожу прям так... Чувак, я ее прошел почти со второго раза почти до финала. Какой же кек, чувак. Я ее почти прошел до конца. Чувак, я же говорю, когда я стримлю, как я прохожу, я стесняюсь. И короче, все, стрим, из-за стрима я стесняюсь. И не прохожу красиво. Чувак, это легендарная карта, мне она очень понравилась. Боже, какая же она хорошая, кошмар. Карта называется Pims SCVX. Погнали. О боже, чуваки, я качаюсь. Ух. Слушайте, такая очень такая обычная карта, одно и то же повторялось. Ну, прошел. Четвертая карта, которую мы сегодня прошли. Так, новая карта. Прохожу карту Бэхоп Охбой. Это уже пятая карта на прохождение. Четыре карты мы прошли. Блин, на самом деле не из легких моментов есть. Добрый день. Ну, не самая легкая карта. То есть мувы сложные есть. Какие приятности. Я в GTA 5, что ли? Реклама GTA 5 RP сервера. Друзья, по моему промокоду вы получаете 10 тысяч на баланс. О, все, конец. Очень интересная карта, мне понравилась она. Она очень приятно выглядит. Очень приятно выглядит. Ну, и она простая, по сути. 4 минуты, но это хорошо. Это пятая карта, которую мы прошли. Мы идем дальше. Какая она... Приятные карты. Респект. О, шестая карта. Шестая карта, которую мы прошли. Карта называется Moonlight, очень тоже хорошая. Поэтому можете попробовать. Идем дальше. Вот же дерьмо, я же назад лечу. Ну все, чил. Шикарная карта. Ребят, хорошая карта. YMAVALX1. Боже, кто ты такой? Следующую карту идем. 15 секунд на прохождение дается. Загадка Жака Фреско. Карта от Жака Фреско. У тебя будет лучшее время, потому что я иду на базу. Мне нравится. А, или не на нее. Это не базу. Подожди, ну я вроде... Я не знаю. Да, я назад прилетел. Прикольно. Я прошел или нет? А, я прошел! Минута 0.4. Да. О боже, это что? Это что? Прыжок первый очень сложный. Прошел. Ребят, девятая карта, господи. Эта карта называлась Bhop Great Unknown, говно полнейшее. Fuck Fear. Зачем они обсирают игрока Нави? Господи! Усложняет.
Это как туда запрыгнуть? О, господи! Что? 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 Что это такое? О, боже мой! Чёрт! Противная карта, очень сильная. Боже, говняное говно. В общем, 9-я карта, которую мы прошли. Очень импрессивная. Это 12 минут ее проходил. А так получше еще плюшки. Что за тупое прохождение? Десятая карта или 11-я? Это жестко. Карта называется Бхоп Лили. Она неплохая на самом деле. Вау, интересно. Киберпанк. Красивые текстуры, какие-то необычные карты. Мне это нравится. 11-я карта. 11-я гребаная карта. Карта называется Internet Club, и она такая 50-50. Прикольная, но средняк, короче. Троечка из 10. Новая карта Сиберия называется. Фух. Ребят, 12-я карта на прохождение, я ее прошел за минуту 48. Вот реально, минуту 48 понадобилось, чтобы ее пройти. Прикольно. Это уже есть. Если я пройду, я гений. О, господи, серьезно? Четырнадцать минут. Проходил карту, которая проходит 40 секунд. Ну, она сложная, на самом деле. Ну, как сложная? Она противная просто. Пройти можно... Карта Витерленд. Так, пятерочка. Не, ладно, четверочка. Пятерочка из 10. Под музыку лучше будет. Она очень красивая. Я как будто в USA. Каньоны, господи, путешествие, реально. Чуваки. Прямо сейчас зайдите на Собежок и путешествуйте на картах CSGO Bhoop. Я просто в реальной жизни бы сделал бы то же самое. Сюрф! Я на сюрф зашел? Нет. Это в смысле туда? Господи, как же я гениально играю. Господи, можно, пожалуйста... Ему премию за лучшую игру на Сибирщок. Как же я играю, господи, какой же сюрф, господи, просто... Уа-о. А. Ай. Сложно. А! Минус палец. А! Еще раз. Я застрял. Чувак, у меня минус кости. Плюс-минус палец. Плюс-минус какой-то был. Хопи бывает. Ролик назову так. Сюрф от бога. Легендарно, вак-чат. Гений в чат можно написать. Это финал? Фу! Ура! Не, чуваки, сложная карта. Карта сложная, без шуток. Я прошел ее за одну минуту? Минута 22. Ну, я прошел хоть не самое худшее. Не самое худшее время. Нормально. Фух.
Фух, прошел. Прошел вроде. Да, я прошел. Фух, сложно. На 20 секунд хуже, чем рекорд на этой карте. Вроде нормально. Карта интересная, красивая. Советую вам поиграть, поэтому называется она Bhop Lost. Очень красивая. Bhop a la Laupapa. Это интересная карта, наверное. 45 секунд она проходится. Посмотрим, что получится. Погнали. Как же я прохожу, господи. Вау. Да ладно, я в кузове. Чувак. Посмотри на мою высоту, где я нахожусь вообще. Я сегодня путешествую по миру. Эверест. Такая Россия красивая. Погнали. 27 минут на карте. О господи, это ужасно. Хотя я проходил за 26 минут. Если я ее не пройду сейчас, то это вообще тильт. Да, это гребаное дерево. Я также застревал в прошлый раз, ничего не меняется. 6 часов зря. Почему такая долгая карта? Я думал там уже конец. Да господи. Фух, плюс 4 минуты. 4 минуты. Мы сделали на 4 минуты лучше. 4 гребаные минуты и такие глаза, и такой вид. Ай, я не смог голову запустить. У меня шея болит максимально. Ладно, я лягу сейчас. Фух. Но зачем я это сделал, вы меня спросите? Я не знаю. Зато ролик получился. Итог какой? Классно. Bhop это класс. Я буду пробовать проходить еще карты. Лучше 1 час в день. Дальше это перебор.